Мы в Лавре. Смотрим на Троицкий собор. И вот трапезная палата, Успенский храм и великолепная колокольня. Господины пришли сегодня перекусить вот такими вкусными пирожками в Лавре. И очень красивый вид здесь. Тишина, все открыто. Называется пирожки кулебяки. Вот такой вот интересный интерьер. Антикварные старинные сковородки, прекрасные вот пирожки. И сейчас попробуем.